вечер, друзья! С вами самое таинственное вокальное шоу телеканала «Россия» – «Дуэты». Все знают и любят эту артистку, и в музыкальном мире почти все хотели бы спеть с ней дуэтом. Поэтому она даже гадать не станет, кто может стоять за стеной. Слишком много вариантов. Значит, ее сегодняшнему напарнику очень сильно повезло. Правда, он об этом еще не догадывается. Мается в предвкушении и теряется в догадках. Но когда зеркальная стена поднимется, он будет без преувеличения обескуражен. Ну, главное, чтобы он от счастья слова не забыл песни. А такое в нашем шоу может быть. В нашем шоу вообще может быть все, что угодно. В том числе и такой крутой дуэт. Встречаем! Здравствуйте. Здравствуйте. Очень радостно вас видеть. И настолько все знаю, что даже можете не говорить. Все, молчу. Да. Да, открываете сразу конвертик. Девушка, что там вы приготовили? О, еще люблю? Да. Это моя песня? Да. Я ее очень люблю. Я эту песню всегда пою, потому что я знаю, что публика эту песню очень-очень любит. То ли потеряли, не нашли. Еще люблю, а надо ли? Красота. Давайте еще порассуждаем о том, с кем в этот раз вам доведется ее спеть. Мне кажется, что это будет женщина. Надеюсь, со мной на сцене будет стоять высоко профессиональный исполнитель, от которого мне будет приятно получать эту энергетику. И самое главное, что эта песня сложная. Кто бы ее не спел, если он ее споет, конечно, это вдвойне для меня приятно. Ждем ваш номер с нетерпением. До новых встреч. Спасибо, спасибо вам. До свидания. Спасибо. Успехов, удачи. Наш закрытый участник в полном восторге от доставшейся ему песни. Фигуру Любови Успенской он называет культовой и признается, что ее песни он слушал еще в детстве, когда они с родителями путешествовали в горах Северной Осетии, где он, собственно, и вырос. Он уверен, что такую романтическую музыкальную историю с ней может рассказать именно девушка. И ждет по ту сторону стены кого-то из молодых исполнительниц, Сивиль или, может быть, Викторию Дайнека. Наступил момент, самый трогательный во всем этом проекте, когда ты должна выйти на сцену, отдаться секрету вообще, неопределенности, непонятности. Ты не знаешь, что тебя ждет. В этом и фишка, и успех, наверное, этого проекта. Самое кайфовое, что ты ждешь, кто же сегодня с тобой будет в дуэте. Слишком поздно, а
может быть, слишком рано. То ли плыли, то ли падали, друг друга отпускали. То ли пели, то ли плакали, ни ты, ни я не знали. То ли потеряли, не нашли, еще люблю. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Артём. Привет, Сережа. Ну, я просто в шоке. Я просто в шоке. Насколько я огромный фанат и поклонник Дивы. Дива, Любовь Успенская. Просто вся сверкающая, потрясающая, как всегда. А какой мужчина? Мощный. Ну, я не знаю даже, как реагировать. У меня, конечно, были это самые смелые фантазии. Мы так из всех вариантов с друзьями думали. Кто-то говорит, ну, может быть, это реально Любовь Успенская? Я говорю, да не, это невозможно. Это просто невозможно. В нашем шоу возможно все, друзья. Мечты сбываются и желания. Спасибо вам огромное за творчество и за то, что вы сегодня с нами. А я вот так скромненько вместе на этой сцене. Но ты так скромненько так голосил, так тебе подошла эта песня. Да? Ничего? Нет, честно говоря, то, что я слышала, я думаю, ну это что за урод там стоит? Ну какой урод? Он так паршиво поет. Так это у тебя искаженный звук. Но об этом и речь. Да. Что я-то не слышала настоящий голос. Шикарно. Ну, было просто невероятно. Я верю, что вы не могли меня подставить. А тебе тоже, да, был гнусавый голос? Ну, мне даже с таким голосом было приятно это слушать. Поэтому я кайфовал. Ну, ты узнал где-то по каким-то моментам? Нет, честно, я даже примерно не мог предположить. Люба, скажи, а ты о ком думала? Кто как бы может петь эту песню вместе с тобой? Честно говоря... Предполагала кого? Я даже думала, что это женщина. Вообще уникальный дуэт. Я вот все думал, как их назвать. Наконец пришло мне в голову. Леди и бродяга. Ну, круто. Правильно, я в таком виде. На хип-хопе. Но у вас еще до этого же никогда не было. Вы не пели. Вот просто, может быть, это будет хорошим подспорьем. Любовь Успенская любит молодых и не отказывает никому. Ты зачем, Коля, придумаешь? А ты про что подумала? Я с тобой тоже спел, ты же молодой. Нет. А почему нет? Прекрасный Николай Басков, друзья. Нет, мы с тобой спели как два... Мастодонта. Да, мастодонта. Муа. Я так люблю Колю. Я так люблю Колю. Это вообще такая пара. Сережа, Коля. Ну, зрители-то пусть скажут. Классно получилось. Потрясающе. Спасибо. Мы хотим еще. Но прежде чем мы споем еще, давайте посмотрим ваши реакции. Мне даже страшно. Вон ты. В шоке, Артём в шоке. Я когда вас увидел, у меня прям ноты полились так, что все круто. Голосил. Он пел шикарно, и сейчас мы еще раз убедимся уже. Ура. Я на одной сцене с Любовью Успенской. Вообще, появление Любови Успенской в нашем шоу в разных сезонах – это всегда событие. Поэтому спасибо огромное, что вы приходите вновь и вновь к нам. Это радость для нас, правда, от души. Пропадаю я. Поехали. Вау. Мама, ради бога, я не
одна, и не одинока, и не просто влюблена. Пропадаю я, пропадаю я. Без вас, без вас, без моих зрителей я всегда пропадаю. И пропадаю от счастья. И я хочу, чтобы вы тоже все только пропадали от любви, от удовольствия, от счастья, от Браво. Радости. Любимая наша, Любовь Успенская. Артем, ну а теперь давай что-то тоже. А, мне тоже? Конечно, давай сейчас еще песню Артема спою. А что сейчас будет? Песню Артема. Девочки, не плачь. Только не плачь. Что пройдет, слезы на почте, уж по щекам льет, хватит мониторить каждый его новый пост. Девочка, не плачь, он не стоит всех твоих слез. Только не плачь, ведь что пройдет, слезы на почте, уж по щекам льет, хватит мониторить каждый его новый пост. Девочка, не Николай, Сереж, можно я скажу важные слова, безумно важные слова. Сегодня в зале находится моя мама. Она делом случая прилетела в Москву. Давайте я не мог сегодня не пригласить ее на свою съемку. Мамочка, тебе привет. Вон она там. Мама, в зале. Мама. У меня зрение хорошее. Для меня сегодня вдвойне большой праздник. Спасибо. Маму как зовут? Марина. Вот Марина, спасибо за сына прекрасного. Мариночка, и поздравляю с прекрасным внуком. Да, точно, кстати. Ну, конечно, спасибо. В апреле родился. Спасибо. Невероятный просто. Артем Качер и Серега. Любовь Успенская. Спасибо. Браво, люблю тебя, давай. Лично мне особенно приятно, когда общий язык находят артисты из разных поколений. Все-таки иногда проблема отцов и детей вообще не проблема. А в нашем шоу и не может быть никаких проблем. Все механизмы отточены, все гости супер талантливы, а дуэты всегда удивляют. Ну, это были мои самые смелые вообще фантазии. Вы знаете, самое главное, что достойного мне подсунули человека. Слава Богу, что вы меня настолько уважаете и любите, что плохих мне не даете. Слава Богу, мне не стыдно. А я, в свою очередь, хочу сказать, что я до сих пор как в сказке, причем, что уже выступление закончилось, для меня это было, правда, большой мечтой. И вот в таком проекте суперском получилось спеть с вами. Спасибо за ваше творчество. Вы настоящая дива и королева просто. Спасибо. Ура.